В очередной игре ночной хоккейной лиги на льду спортивно-культурного комплекса «Союз» встретились две команды «Сенсор» и «Спортзона». С первых минут матча преимущество было на стороне «Сенсора». Хорошие скорости, грамотные атаки и четкие пасы позволили этой команде забить первые два гола в игре. Несмотря на явное лидерство соперника, «Спортзона» настойчиво пыталась спастись контратаками, но все попытки забить оказались безуспешными. Шайба не доходила даже до вратарского пятака. На первый перерыв команды ушли при счете 2-0. В начале второй 20 минутки оборона «Спортзоны» была крепка и не позволяла сопернику приблизиться к воротам. Но к середине периода «Сенсор» нарушил игровую тишину. Вратарь «Спортзоны» не успевал считать шайбы, которые одна за другой оказывались за его спиной. 3-0, 4-0, 5-0. Подавленные игроки «Спортзоны», казалось, потеряли всякую надежду забить. Просто тянули время, заметно снизив скорость. Но в один момент им все-таки удалось подобраться к чужим воротам поближе и завершить момент голом. Правда, даже этот гол забили игроки «Сенсора» сами себе. Защитник расслабился, понадеялся вратаря. Вратарь, наоборот, на защитника. Получился такая курьезная шайба в наши ворота. К концу второго периода игроки «Сенсора» вновь вспомнили, в какие ворота нужно забивать. И увеличили разницу в счете еще на одно очко. Ко второму перерыву 6-1. В третьем периоде игра по-прежнему принадлежала «Сенсору». На второй минуте измученный вратарь «Спортзоны» получил 7-й гол в свои ворота. И уже на 5-й – 8-й. В глазах зрителей читался только один вопрос – сколько еще шайб успеет заколотить «Сенсор»? Но за 2 минуты до конца игры хоккеисты отстающей команды все же смогли самостоятельно забросить еще одну шайбу – 8-2. Правда, это не помешало игрокам «Сенсора» 9-й раз поразить ворота противника, поставив финальную точку в этом матче. Результат игры 9-2. Впереди «Сенсор». Повезло больше нам. А так вот были матчи, как мы с ними прям играли. Очень упорные были мои матчи. Ну и они, наверное, больше подустали, а у нас больше сил осталось, поэтому такой счет. В этом матче безоговорочным лидером признан «Сенсор». Следующую игру хоккеисты этой команды проведут с «Союзом», который находится на первой строчке турнирной таблицы. Анна Литвинова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».